Уважаемый господин председатель, уважаемые члены Совета, 70 лет тому назад закончилась Вторая мировая война. Для нас, белорусов, она закончилась великой победой. В этой войне мы потеряли треть своего населения, но отстояли свою свободу, независимость и право на демократическое развитие. Беларусь стала учредителем ООН, 70-летие которой мы вместе отмечаем в этом году. Мы пережили поучительное время начала 90-х годов прошлого века, когда мы были наивны и доверчивы. В середине 90-х годов мы поняли, что у нас есть свои национальные интересы, и надеяться нам следует только на себя. Мы нашли друзей. Мы гордимся тем, что Россия является нашим стратегическим партнером. Мы предложили Евросоюзу установить отношения партнерства и сотрудничества. Однако уровень восприятия Евросоюзом наших интересов и приоритетов продолжает оставаться низким, что выливается время от времени в такие недружественные шаги, как введение экономических санкций, визовых ограничений и учреждение поста спецдокладчика. Какие наши интересы? Они очень простые. Устойчивое развитие белорусского общества, поощрение развития политических прав, способствующих устойчивому развитию общества, обеспечение права на достойный труд в ряду иных социально-экономических прав. Мы строим демократическое общество для себя. Мы делаем это самостоятельно. Мы не принимаем ложные идеи и концепции. И в понимании того, как нам нужно жить и что нам нужно делать, мы расходимся во мнениях с Евросоюзом. Однако мы готовы к разговору с Евросоюзом, в том числе и по чувствительным для него вопросам. Голос Евросоюза важен в европейской части мира, и мы будем приветствовать интересы Евросоюза к Беларуси в плане демократического, последовательного и эффективного сотрудничества. Последние контакты должностных лиц Беларуси и Евросоюза свидетельствуют о пользе равноправного политического диалога для обеих сторон. Мир, в котором мы все сегодня живем, это мир противоречий, ужасов, страхов, слез и боли. Мы предложили свои добрые услуги, чтобы помочь урегулировать конфликт в Украине, и продолжаем их оказывать. Мы учитываем реалии сегодняшнего мира и отвергаем любые проекты, которые противоречат нашим национальным интересам, а тем более интересам нашей национальной безопасности. Мандат спецдокладчика должен быть упразднен, и мы призываем Совет не возобновлять его. Спецдокладчик по Беларуси – это дискредитация идей демократии и прав человека. Это политический проект, направленный на раскол нашей страны. Этот проект терпит крах. Между докладом и реальной ситуацией в Беларуси лежит пропасть. Доклад мы отвергаем как псевдоправдивый, а потому несостоятельны. Благодарю.